Шымкентские дерби. В минувший уикенд в 26-м туре первенства республики среди команд первой лиги на стадионе «Локомотив» встретились два футбольных клуба Шымкента – «Кыран» и «БИИК». В первом тайме игрового момента обладатели синей футбольной формы уверенно играли на своем поле. К середине первого тайма крановцы оформляют ворота БИИКа, два мяча и вырываются вперед. Обе местные команды, но мы как болельщики футбола отдаем предпочтение Кырану. Если говорить про игру, Кыран принимает экзамены у БИИКа. Можно так назвать эту встречу. Кыран... просто везучая команда. Ну, организация игры у БИИКа лучше, держит мяч хорошо. Второй тайм для футболистов БИИКа оказался более удачным. Зелено-белые смогли отыграть один мяч у соперников. Однако крановцы на ответный гол ответили тремя забитыми мячами голкиперу БИИКа. Когда играют шымкентские команды, какая бы команда ни была, вот посмотрите, вот, вроде БИИК по турнирной таблице, но сколько у них азарта, вся молодежь играет у них. Ну и молодцы. Ну, наши постарше ребята, конечно. В концовке встречи свисток арбитра зафиксировал итог со счетом 5-1 в пользу Кырана.